Это разве не сегодня важный разговор с Москвой? Кандидатов на эту должность, ну, сам знаешь, несколько, да? Артур, ты на высоте. Но смотри, я не увидел статьи про двух жен. Двух жен? Ну, ты сам мне рассказывал, что в Казахстане это обычное дело. А, да. И кто? Он, это я. Алло. Хочешь сказать, что какая-то тёлка будет шастать по моему дому целую неделю и корчить из себя твою вторую жену? Новенькая гроссвадьба, дорогой. Пулька через мой труп, ты понял? Я Игнат. Что за имя такое странное? Еще этот журналист из Москвы приедет, который статью будет писать. Ах, да? Так у вас проходит интимная часть. О, хорошо. Как же мы? Как же наши чувства? Смотрю на ее глаза. Они переполнены слезами и любовью. Нет, так Игнат, я тебя прошу, не уходи, не уходи. Я ничего не понимаю. Вам что, обниматься нельзя? По вторникам нет. Я хочу поднять бокал за супружеский долг.